Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня строить базы ЭАЗа. Лектор понадобится одна сишка и штук 6-8 обычных топоров. Сишек можно использовать и больше, конечно, чем одну, но лута вы особо не получите. Большинство ящиков, которые вы найдете вот в этой части, пустые. Вот здесь вот база 3 на 2, здесь вот 3 на 2 и здесь 3 на 2. Это все отдельные кусочки такие. И тут по 6 ящиков в каждой этой части. Но большинство из них пустые. В некоторых есть кожа, в некоторых есть волокно, плотка. Вот такая вот тема. Я взорву вот здесь сишку. Тут более-менее лут нормальный. Там сеты, огнестрел и что-то еще, но уже не помню, что именно. Готово. От трех волн я избавился. А здесь можно открыть, посмотреть, но тут, по-моему, ничего интересного не было. Так, здесь тоже пусто. Ладно, давайте тогда посмотрим, что в этих ящиках, и все. Пусто, пусто, нормально. А где лут-то, ё-моё? Чего? Что-то я не пойму сейчас. Я что, базой ошибся? Тут, по сути, можно открыть просто два ящика, и все, да? Окей. Так, ну, это я заберу. Остальное меня не интересует. Здесь получается броня. Это у меня украли. Бронька, бронька, бронька. Ну, пусть будет так. И второй сет можно собрать, нет? Интересно получается, ну. Пусть будет как-то так, наверное, не знаю. Так. Тут ничего нету. Давайте откроем последние ящики. Может, там что есть? Сомневаюсь я. Два. Раз. Два. Три. Так, здесь пусто. Здесь надо надбить, чтобы можно было это быстренько сломать. Так, топора мне, по идее, хватит. Ну, поехали, смотри. Пусто. 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 Мило, брысь. В баке я ничего не складывал. Я почему-то думал, что тут поинтереснее лут будет. Но, как вы видели, большинство ящиков пустые. То есть, надо открыть вот эти первые два ящика, где я взорвал. Вот. Раз и два. И все. Остальные открывать вообще не обязательно. Но если, конечно, у вас много чего не украли с базы, может быть, будет шанс найти, что-то вернуть. Ну а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.